О других событиях, которые происходят в городе, расскажет Мария Лисина. Эфир продолжит «Хроника дня». Путь без спиртного. В последние выходные месяца в Магнитогорске пройдут рейды «Нетрезвый водитель». Сотрудники ГИБДД выйдут на дороги города в ночное время. Рейды пройдут с пятницы по воскресенье. Дежурить инспекторы будут вблизи мест массового скопления людей и развлекательных учреждений. За прошлый год в области по вине нетрезвых водителей погибло 69 человек. Трое из них в Магнитогорске. Задержано почти 2000 автомобилистов, которые сели за руль в состоянии опьянения. Все на день снега. В эту субботу в экопарке состоится большой зимний праздник. Принять участие может любой желающий. Начало в 13:00. В программе выступления творческих коллективов города и фигуристов, а также танцы и спортивные состязания, мини-футбол, перетягивание каната и не только. Гости смогут оценить работы, представленные на конкурс снежных фигур. Закончится праздник в 15:30. Путевка в Артек. Магнитогорские школьники могут принять участие в творческом конкурсе. Его проводит Почта России. Победитель летом отправится в легендарный лагерь. Попробовать свои силы могут ребята в возрасте от 14 до 16 лет. У конкурса три направления. Почтовая марка, посвященная столетию Артека, письмо почтальону 2119 года и презентация своей кандидатуры. Победители не только получат путевку, но и станут почтовыми комиссарами лагеря. Узнать условия участия можно на сайте. Мария Лисина, Александр Моргунов, информационная служба медиагруппы «Знак».